gözlüm kalega kalmaz. Aynı kuşa, dara kuşa, açın çornaya garet kakı galki. Aynı kuşa, dara kuşa, açın çornaya garet kakı galki. Aizun gana, aizun gana. Всем друзьям, знакомым, радость я дарю. От души все эти песни я для вас пою. От души все эти песни я для вас пою. Друзья, давайте выпьем за себя, за дружбу нашу водочки нальем. Кайфуйте, ешьте, пейте до пьяна. На этом свете один раз живем. Друзья, на столе закуски много, стопочку надо. Когда тост я поднимаю за своих друзей. Эй, друзья, вот мы едем вот тут в Ростов, подъезжаем в Ростов. Мы сидим, решили чай попить, короче. В кафешке тут, короче. Тут, короче, клиенты в шоке. Сайки. 173. Тут вообще кайфово, реально, друзья. Тут КамАЗ уже останавливается. Я на трассе тут. Поем, играем. Вот машинка стоит. Четкий кухня тут. Решили пока чуть-чуть чай попить с пацанами, с друзьями. Ну что, друзья, какие песни вам? Прям на трассе стоим, короче, есть. Ростов, кто едет, остановитесь, все подъезжайте, короче, фановые встречи. Будем рвать. Ну и один им четкий момент сделал. Оставь вот так плохо. Так, чёрт, знаю. Ой-ой-ой. Для вас, Андрей. Андрей Халышко, как хочешь. Небо над землёй закрыто. А? Серьёзно? Ну, Оксан там под танцеванием сыграл. Ты как ниже сам. Это кайфово, вот так смотри. Небо над землей. Может, соль сыграем? Да.
Хочу делить с тобою поровну, как мне дальше жить. Теперь мне все равно, я тебя нашел. На свою беду. Звезды и луна поют мне песни, но про мою судьбу и про мою любовь. Жизнь благодарю за то, что, друзья, вас всех очень люблю. Друзья мои, один четкий сочный туфли-муфли в студию для моих подписчиков. Андрей, сидим прямо возле трассы. Кто-то вас перебить хочет. Да, да. Кто-то завидует. Мне невозможно перебить. Завидует, да. Молча завидует. Пускай, да. А там мы можем, вот у нас аппаратура в машине, можем. Сейчас мы... Мы всех можем заглушить здесь. Эй, короче, есть 800 человек, смотрю, не 800. Всем нормальным подписчикам, салам алейкум. Мы уставшие, друзья, мы едем, правда. Мы же едем целые 1000 километров. Нам остался на завтра свадьба играть. В Липецкой области. В Липецкой области. Там будем зажигать завтра еще. Кайфовать будем. Айхуй Махачкала будет завтра там. Точно. Вчера был в Кусарах. У брата был свадьба четкий, мощный. От души я тебе, Муратчик, от души поздравляю, братжан, со свадьбой. Красавчик. Один для четкий момент. Смотри. А потом туфли-муфли. Смотри, четко начинает, да? Вот она. Rastavut, ne? Rastavut. Rastavut işte.
ты позови. Городишни? Ростоводишни. Ростоводи. Ростов. Любей, как бы. Любей. Ой, Алла, в рядом со мной сигарет курить, а мне плохо же, ребята. Ты не вырезать первого ряба. Дорогие мои подписчики, понятно мне простые. Я уставший, я пьян. Я точно, да. Один четко туфли-муфли для моих нормальных подписчиков. Прямо яралым, яралым, яралым. Я пополам. Ты слышал эту песню? Вместе туфли муфли свои. Давай, давай. Давай один, давай, короче. Туфли. Поехали. Мои подписчики четкие, да. Целый тысяч человек смотрят. Представляешь? 1100 человек. Скажи мне, хохлочка. Давай так нежно сделаем. Давай, давай. Хорошо? Смотри. Ой, скажи мне, хохлочка. Почему же ты меня не любишь? Ой, скажи мне, хохлушка, почему ж ты меня не любишь? Я тебе куплю туфли-муфли, босиком уходи, ты не будешь. А я тебе куплю помидор, хиял и хава, ты не будешь. Эй!
мои. Нам на дорогу надо, да? С вами хорошо, да? Один доля хочет дядя халу. У меня есть один четкий халу. Я ему специально сделаем один доля, доля. Мои подписчики, как ваше настроение? Тут какое вообще? А не подскажете, сколько осталось у нас до Ростова? 400 километров? 400 это нормально. До Ростова еще. Нам, до Ростова. Да, нам Липецк надо ехать. Доедем, брат. Да, да. В Ростове еще один концерт сделаем ночью. Друзья, не спите, ждите. Останови. Брат, брат, доля просто, доля. Ай, дзяна май бекко, доля. Смотри-ка, ты проходишь мимо как конфетка. Это губы розы лепестки. Хороша моя супердетка. На мирочек свой имя напиши. Хороша ты, моя супер, детка. На мирочек свой имя напиши. Доля, доля, доля воровская. Вот такая доля воровская. Доля, доля, доля воровская. Такая Дуля Боровская. Пойдем, иди, лады, останови. Там по-другому было, я слова забыл, это новые слова были. Вот так было, смотри, как начинает. Доля, доля, вот. Такая доля. Нет, там подожди, я забыл слова. Там пришли 1500 человек смотрят, друзья мои, толпами же нельзя, а? По очереди можно? Продолжим. Вы мне снимаете, да? Да? Вы тоже в эфире, да? Была. У вас есть, да, Инстаграм тоже, да? Нифига. А у вас хоп. Там много людей смотрят, да? Все, да. Доля, доля. Тише, тише. Поворачивай, тише. Ха-ха, чами делали. Посмотри, я забыл самого. Отвечаю, я забыл. Дальше не знаю. Что со мной, не знаю. Нормально. Подожди. Доля, доля. Вот такая доля. Я, да, звонил Шами, Шимал, Шакир был, Шакир, и чё он Шакир? Чё он бедил? Сама сама такая, ехинёв. И как там слава? Доля, доля, вот такая доля. А ты песни к нам, а так это? Кацаешь, зон, халыгай на каца, и чё? Давай, давай. Собака, зовут тебя, как ты здесь? Давай, давай, вспомни, слова вспомни. Доля, как был, друзья мои? А, забыл, правда, отвечаю, забыл. Все, последнее это. Три музыка поехали. Три музыка, блядь, олег, лазим, чехал. Алла, ех, это как пока YouTube цавае. Эй.
Жизнь проходит как весенний дождь. Эй, какой? А, да. Вот. Доля, вот такая доля. Жизнь проходит как весной дожди. Я не скрою, манит меня воля. Нету только вот назад пути чаще рек. Я не скрою, манит меня воля. Нету только вот назад пути. Шалоход на моих подписчиков в студию. Пошел, а не пошел. Все снимали. Спасибо, ваше заведение. Очень приятно. Где мы находимся, мы даже сами не знаем. Где мы находимся? Курсавка. Где? Курсавка. Курсавка кафе. Тут четкие места, друзья. Всем советую, если приезжаете, от моего имени всем скидка 50%. Шашлыки по 150. Тут шашлыки, правда, по 150. Сочные, мощные, друзья мои. Только тебе махали тут. Да? Не говорите. Вот, друзья мои, тут сидели, играли. По-братски теперь машину загрузим. Кефина. Я даже не знаю, правда, где мы находимся, реально. Остановились просто чай, кофе попить, друзья мои. Тут реально вообще высо стоим. Сейчас дальше поедем.
Устали просто что-то тело и сколько? Часа два уже едем. Вот мои костюмы, мастюмы все в машине, друзья. Ай, чане, открой моя маздуха. Ай, чане, вот он. Вот. И варенье мама положила мне. Вот смотри, тут варенье и сыр. Кайф, короче, есть тут четкий сыр. Так что, друзья мои, ждите гости. Жду вас гостей ко мне. Будем рвать. Вот так. Ну что? Всем вам еще раз салам алейкум и хорошего настроения. Синтезатор загружу. Иншаллах, ночью я буду в Ростове. Обязательно. Ночью будем играть петь. На машине туфли, гитара, митара, тут все есть. Смотри, какие туфли у меня. С собой наши туфли, смотри, четкие. Даже их ни разу не одевал. Четкие туфли, да? Отвечаю. Ой-ой-ой. Вот оно. Все свое собой наше называется. Туфли, муфли. Весь багаж, костюм, мастюм, ноутбук. Ужас. Багаж забит конкретно. Маньяр. Эй, как надо бриться, а? Халужан. А мне их чего не хрянет? Только апатит нахтар. Гитара! Подарите кому-нибудь. Моя жена гитара там, а? Жена Джимми уша. Да, такие люди, говорит, ты пьяный, говорит. Угу. Да, брат. Давай тебе ставишь махат мне ракет, сейчас вахт хочу. Туда, туда. Вижу, он стоит, он тут, а? Нет, телефон. Ноутбук или на цех на журе? Дорогие друзья, мы поедем дальше, нам еще осталось очень много, едем, едем, еще на завтра вечером обязательно эфир зайдем со свадьбы, как будем мы зажигать. Всех целую, всех обнимаю, берегите друг друга, друзья. Мое полное видео будет все в моем YouTube канале, друзья, можете там посмотреть. Всем ассаламу алейкум.